совместному противостоянию чрезвычайным ситуациям. Если такие произойдут, готовятся спасатели стран Организации договора о коллективной безопасности. На координационный совет в Минск прибыли не только руководители МЧС государства ДКБ, но и представители международных организаций, а именно Красного Креста. Среди основных тем – совместные учения, подготовка специалистов и совершенствование системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации. С завтрашнего дня в Беларуси начнется командно-штабное учение, на котором отработают ситуации, связанные с радиационными авариями, и проверят готовность персонала белорусской атомной электростанции. Конечно же, очень важно сегодня обменять усилия по широкому кругу вопросов и в организации поисково-спасательных работ, организации гуманитарной помощи, обмен технологиями как ликвидации чрезвычайной ситуации, так и подготовки высококвалифицированных специалистов-спасателей. Работа совместная дает хорошие результаты, как уменьшение людских потерь, так и экономических для каждого государства. Четко расписано, как должны все государства действовать в случае чрезвычайной ситуации в том или ином регионе коллективной безопасности. Но весь вопрос упирается в том, что вот практическая, так сказать, реализация этого положения, у нас есть проблемы. И сегодня мы вот на заседании Координационного совета как раз будем более детально говорить об этих механизмах. Следующий шаг в сотрудничестве – организация закупок участниками АДКБ, спецтехники, МЧС по внутригосударственным ценам, как это уже происходит в военной сфере. Также необходимо определить схему компенсации вузам обучения спасателей стран организации.